Это тот самый дом, что 27 человек здесь жило в подвале. Это проспект Металлургов. Здесь, конечно, ребята, совсем тяжело. Но это надо увидеть, и это надо запомнить. Чья-то квартира. Я заходить не буду. Вот разрушенная квартира. Запах горелого. Очень сильный здесь запах горелого. Знаете, запах такой тревоги. Запах боли. Запах человеческой трагедии. Ну и дай Бог, чтобы вам помогли добрые люди Мариуполя. Дай Бог. Помогают. Я спрашивал Валентину Васильевну, бабушку из соседнего подъезда, она здесь живет, дочка у меня сейчас в очереди стоит за гуманитарной помощью, вот с которой мы приехали. И она говорит, конечно, с лекарствами сложно, с одеждой, потому что сейчас лето, жара, все сгорело, вот все, что было из своего такого летнего, легкого, потому что все были в зимнем, как оделись, так и забежали. Вот. Так по городу говорят. Овощей и фруктов, конечно, не хватает, потому что там тушенка, крупы, рис, это все привозят. Но вот такое, чтобы вот летнее сейчас, такое особо привозят немного. Лица тревожные у людей. Лица, вот я видел, смотрел на площади перед театром. Люди, конечно, тревожные, но дети так счастливы бананом, яблоком, вот фруктом. Вода, вот во дворе машины стоят расстрелянные, разбитые, на них стоит бочка, и в этой бочке, к этой бочке кранчик, мыльца рядышком, ручки моют, тут же готовят на костре еду, вот возле этого дома, возле подъезда. Я с этого начинал свое видео. Так, вход в подъезд все бито осколками. И на улице, вот, это Мариуполь, это... Проспект Металлургов. И люди, которые несут гуманитарную помощь. Напротив 117 дом, рядом 113, убежище написано. 114 дом. И здесь наши ребята как раз разговаривают со всеми этими людьми. 24 февраля я еще работала. Я была еще на работе. Я не получила ни пенсию, ни зарплату, ни аванс.
Все сгорело, все сгорело. Я 50 лет все покупала, думаю, хоть на станции. Я хотела отработать вот это до отпуска, а потом уже год я проживу. 4 месяца, 1 день. Вот спокойно. Вот, теперь я вот тут вот скидаюсь, в подвале вот это на земле. Грибок воняет. Эту ночь блохи закусали нас. Вы представляете, не умыться, никакой гигиены, ничего. Нет, у нас нету, ничего абсолютно. То есть мы заложники ситуации. Мы без денег остались. У мужа сгорел паспорт, его военные эти, я не знаю, кто они такие были, в какой форме. Они не пустили его, мы на 5-м этаже, вон, квартира сгорела. На 4-м этаже его остановили. Он нам нес компот, 2 банки. Потому что у нас воды не было. Вот. Он остановили. Говорит, хлопцы, говорит, я подниму. Я говорю, здесь. Это вообще 5-й этаж. Одна комната была еще более-менее целая. Его обшарили, всего, подняли штаны, грудь, все, на полке они сказали, что они сказали. Он говорит, ребята, у меня куртка вот здесь в коридоре висит, там с документами, я поднимусь. Давайте поднимемся. Его не пустили, сказали, нет. Он пришел весь вот такой, говорит. Меня, говорит, там не пустили, всего обшарили, говорит, и все. И мы вот с этим вот и остались. А зачем они? А то, мы откуда знаем, что они делали, потом, и кто это делал? Вот, 5-й этаж. Все, меня так бросило в коридор. Людей с оружием просто вопросами задают. Вопрос, это понятно. Да, да, это мне ребята рассказывали. Что спрашивать у того, кто может вот тебя выставить? Наши ребята начинают общаться с местными жителями. А правда, что их вот этими боевыми наркотиками кормили постоянно? Кто? Мы сейчас понимаем. Адекватные люди так же поступают. Ну, я не там. Третий день мы с ними в подвале без дела. Они знают, что это люди, они знают, что это дети. Ну, 4-й день. Но ну, у человека должна быть адекватность. Может, спустись, скажи, может, он вот может, что-то надо. Вот. А не такой вопрос. И не давали вам выходить за водой? Нет, за едой? Не давали. А вы еще живы? Да. Мне задают вопрос. Я 3 дня провел. А вы еще живы? Я говорю, как живы? Живу пока. Она как стал. Банули в хату. Все, как нет. Ничего нет, все горело. Менты, это, о, что соседи подавали шмотки. Вот это на мне. Больше ничего. Скорее всего, кого? На нас вообще ничего нашего нету, понимаете? Это все обноски, после кого-то. Да, вот да, мы дали, даже дали, по трюке, я не знаю. Пособирали все, что могли. Это просто надо пережить. Это люди, которые это не принесли, они на это не поймут ничего. Простите. Простите. Простите, каждый пожалуйста. Раз приезжают, спрашивают, но понимают. Этаж не закрыл. Нет, почему они злые?